28 новоселов перед тем, как получить заветные ключи от квартир, заметно волнуются. Большинство из них всего 22 года. Все они росли без заботы мамы и пап. Это выпускники детских домов и оставшиеся без попечения родителей. Когда мне администрация города Пенза позвонила, я сидела на работе, у меня слезы, меня трясет. Я до последнего не верила, пока меня не пригласили сюда, не попросили документов у меня. Вот, и сейчас я очень рада, я счастлива, я жду, когда я уже сегодня зайду в эту квартиру, и, блин, ну это хорошо, это все. Жить, дети, семья. Квартира как-никак своя, теперь будет все. Снимала, теперь буду переезжать туда, обустраиваться, жить, проживать и работать. Всего в этом году ключи получит 141 выпускник детских домов. В основном квартиры расположены в новостройках микрорайона «Заря». Но кроме того, новые многоэтажки для сирот возводятся в Дальнем Арбекове. На один квадратный метр из бюджета выделено порядка 82 тысяч рублей. То есть каждая однокомнатная квартира обошлась в 2 миллиона 600 тысяч. В этом году властям пришлось решать сложную задачу. Цены на жилье заметно выросли. Муниципальным образованием сделано все необходимое для того, чтобы купить вот эти комфортабельные квартиры. Во-первых, по ценам, которые могут быть приемлемы, а для этого использовались методы долевого участия. Вот поэтому своевременно были приняты решения для того, чтобы эти квартиры приобрести администрация города Пензы. Следующие 5 лет эти новоселы станут жить в полученных квартирах на условиях социального найма. Если они выполнят все условия договора, будут исправно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и не вызовут нареканий правоохранительных органов и соседей, то квадратные метры перейдут им в собственность.